никогда не думал, что в храме, индейском храме Рауля, я буду пить пиво. Никогда не думал, что все будет вот так вот. Что возле айхуаски, священных растений, мы будем с Сашей сидеть тихо и слушать рассказы бомбежки Киева. Вот такая вот история, ребята. Мы тут сидим в подвале и слушаем, как идет бой. Мы как крысы, правда, на самом деле. Но у нас есть кошка, и мы есть крыс. Если мы сначала решим то, что нужно решить, а потом с радостью я бы вступил в бой. У нас коти тут ржает просто. Я бы вообще уехал бы в сторону Львова сейчас, если бы не коти. Я почему-то к ней очень привязан. И в этот момент, когда она беременна лежит в этом вот доме для рожениц, одна, я не могу ее оставить, потому что я верен своим друзьям, прежде всего. Как Каин убил Авеля. Если они уже пиздят, что они наши братья, то они сейчас самые главные христиане, проворачивают самый главный христианский грех – братоубийство. Если они уже считают нас братьями, хотя мы их не считаем, скорее всего, то они, собственно говоря, как Каин, убивают Авеля в данной ситуации. Но у них как-то это не получается, и получают пизды они в ответ. Ой, на самом деле славяне, они все похожи, на самом деле. Даже поляки. Когда вот в Испании жил, поляки были ближе, чем испанцы, хотя их язык я понимал хуже, чем испанцы. И в конце концов, мы все братья, но просто у нас разные системы. Мы хотим свободы, а они хотят быть рабами своего Путина. Ну, не все, конечно. И это классно, что сегодня народ вышел в Питере, там, и в Москве. И несмотря на то, что они знали, что их будут пиздить, эти люди вышли и сказали, мы не согласны с такой хуйней. И я горжусь этими людьми, на самом деле. Потому что, на самом деле, происходит совершенно дикая дичь. Когда одна страна делает свой исторический выбор, а другая страна побольше и посильнее не дает ей этого выбора сделать. Это просто, ну, совершенно брутально и ужасно. Я надеюсь, что они получат свое. Потому что, ну, даже не вот эти солдаты. Солдаты это простые ребята, такие же, как мы. Они просто долбоёбы пошли в армию записались. Или их туда просто взяли. Но получит пизды сам Путин. Этот демон. И его друг Лукашенко, этот пидорас старый. Вот эти два пидораса, эти два дракона, вот они получат своих ланцелотов, которые срубят им голову. Возможно, не от нас. Может быть, мы не справимся. Но они найдутся. Они когда-нибудь точно найдутся. Это я точно говорю. Ибо империи всегда гибнут. И драконы всегда гибнут.